Как ты думаешь, почему, несмотря на многочисленные атаки вашего соперника, они забили так мало голов, всего один? Не знаю, думаю, немного не сыгранная команда, у Ягуара добавилось много людей, немного парни себя не понимают друг друга. Я думаю, из-за этого больше. Все парни где-то поигравшие, где-то что-то умеют, но просто нема какого-то понимания между собой. Много ли ошибались игроки твоей команды сегодня на поле? Были ошибки. Я думаю, если бы у Ягуара были чуть-чуть посыгранные и слаженные игроки, то могло бы закончиться не в нашу пользу. В целом, ты доволен игрой? Да, побеждать всегда приятно. Неважно с каким счетом, неважно какой соперник, опытный, неопытный. Турнирные очки идут к нам, поэтому приятно побеждать. Есть усталость от другого чемпионата и от этого накапливается? Или... Да, так как мы сейчас играем на пляжку. С пляжки тяжело тоже, с работы, с пляжки. Футбол, ну, по-своему сложно, да, тем более условия сегодня такие скользкие были, и поэтому сложно, но не бывает легко. Твои пожелания своей команде? Дальнейших побед, побольше голов, мы немножко начинаем сыгрываться между игроками, понимание начинает появляться, просто больше реализации, успехов, самое главное – здоровье.